Моя новая профессия – проект, посвященный рабочим специальностям. К сожалению, за два последних десятилетия рабочие специальности утратили престиж среди молодежи. Во многом считается, что из-за низкой оплаты труда. Хотя уже сейчас можно констатировать, что при наличии высокой квалификации представители рабочих профессий могут заработать вполне достойные деньги. Сегодня с коллегой, ведущим УВК САХА Олегом Колесовым, мы отправились в Якутский технологический техникум сервис, где под руководством сертифицированного эксперта WorldSkills Russia Сарбилана Дахунаева попробуем на живом примере постичь азы профессии повара. Ну вообще, рассказывай, как вот к профессии журналистики относятся к ЕГЭ? Знаешь, что я просто люблю, но мы у меня есть без сестры, а я с ней 10 ребенок, и здесь я никогда не хочу. Мама, то есть мама замечательно готовила, и все время у нас выпечки были, пирожки, суп, всякие разные. Да, я никогда не готовила, и я люблю кушать. Ребята сегодня готовят из рыбы омуля, основное блюдо. Гарнир будет из риса и овощей запеченных. Соус будет сливочно-грибной. Минут 15-20 у вас маринуется рыба. Вы посолили, поперчили, положили сверху лимоном, немножко зелени. Рис поставили, теперь нарезку показывайте, ребята, и сами. Это они подготовили уже для соуса грибы, лук, чеснок. Вы работаете со сливками 35%. Хорошенько пассеровать грибы, чтобы они приобрели вкус. Вы пассеруете муку до кремового цвета. Туда уже подготовленную муку немножко добавите ложкой. Надо равномерно посыпать. Используете белый перец, соль. Масло хорошенько разогреть надо. Ну, я много сегодня уже узнал. Оказывается, надо было убрать пленку на перец, да? Можно работать без перчатки. После этого у нас тепловая обработка идет, поэтому, да. А вот когда сервировку делаешь и нарезку делаешь, тогда обязательно перчатку, да? А я руку немножко вот порезал, да? И надо было обязательно, кажется, если бы руку отрезал, там перчатку. Очень много нюансов. И готовка это не только просто работа, да, это искусство. Вам сегодня помогали ребята третьего курса повара. Это Слепцов Гаврил и Десяткин Артур. Наши ребята из сборной команды. Это сборная команда ЕТТС. Туда попадают ребята самые лучшие. Они готовятся к чемпионату WorldSkills. И летом еще они работали на обслуживании и Азии. Вы сегодня, мне кажется, очень даже хорошо справились. Ребята вам помогали, подсказывались. Рыбки готовились, минимальная дурочка у вас получилась. Одна команда готовила прямо на плите, другая использовала пару или томат. И у вас соусы одинаковые будут, гарниры одинаковые, но оформление у вас по-разному получилось. Мы готовили около часа. Попробуем сейчас, что у меня получилось. Начнем согреть. Хрустит. Действительно, очень вкусно. Было очень интересно, особенно вот поджарка по поводу муки. Оказывается, муку тоже можно жарить, чтобы она давала мускатный вкус. Быть журналистом, конечно, очень интересно. Быть хорошо. Но и быть поваром не менее интересно и не менее почетно.